И всем добро пожаловать на канал SkyTop Games. История изучения планет и звезд измеряется тысячелетиями. Солнце, комет, астероидов и метеоритов столетиями. А вот галактики, разбросанные по вселенной скопления звезд, космического газа и пылевых частиц, стали объектами научного исследования лишь в 1920-е годы. Многие задавались вопросом, что такое галактика? Галактика — гравитационно связанная система из звезд, звездных скоплений, межзвездного газа и пыли, темной материи планет. Все объекты в составе галактики участвуют в движении относительного общего центра масс. Галактики наблюдали с незапамятных времен. Человек с острым зрением может различить на ночном небосводе светлые пятна, похожие на капли молока. В X веке персидский астроном Абд-аль-Раман аль-Суфи упоминал в своей книге о неподвижных звездах два подобных пятна, известных теперь как Большое Магелланово облако и галактика М31, она же Андромеда. Но с появлением телескопов астрономы наблюдали все больше таких объектов, получивших название туманностей. Если английский астроном Эдмунд Галлей в 1716 году перечислил всего 6 туманностей, то каталог, опубликованный в 1784 году астрономом французского военно-морского флота Шарлем Месье, содержал уже 110, и среди них 4 десятка настоящих галактик, в том числе и М31. Природа этих объектов долгое время ускользала от понимания. В середине 18 века некоторые проницательные умы видели в них звездные системы, подобные Млечному Пути. Однако телескопы в то время не предоставляли возможности проверить эту гипотезу. Столетием позже восторжествовало мнение, что каждая туманность — это газовое облако, подсвеченное изнутри молодой звездой. Позже астрономы убедились, что некоторые туманности, в том числе и Андромеда, содержат множество звезд, однако еще долго не было ясно, расположены они в нашей галактике или за ее пределами. И лишь в 1924 году Эдвин Хаббл определил, что расстояние от Земли до Андромеды как минимум троекратно превосходит диаметр Млечного Пути, и что М33, другая туманность из каталога Месье, удалена от нас на никак на не меньшую дистанцию. Эти результаты положили начало новой научной дисциплине галактической астрономии. Карлики и гиганты. Вселенная заполнена галактиками разного размера и разных масс. Их количество известно весьма приблизительно. В 2004 году орбитальный телескоп Хаббл за 3,5 месяца обнаружил около 10 тысяч галактик, сканируя в южном созвездии Печи участок небосвода в 100 раз меньше, нежели площадь лунного диска. Если предположить, что галактики распределяются по небесной сфере с такой же плотностью, получится, что в наблюдаемом космосе их 200 миллиардов. Однако эта оценка сильно занижена, поскольку телескоп не смог заметить великое множество очень тусклых галактик. Форма и содержание. Галактики различаются и своей морфологией, то есть формой. В целом их подразделяют на три основных класса – дисковидные, эллиптические и неправильные. Эта общая классификация есть гораздо более детальная. Дисковидная галактика, она же спиральная галактика. Это своеобразный звездный блин, вращающийся вокруг своей оси, проходящий через его геометрический центр. Обычно по обе стороны центральной зоны блина имеется овальное вздутие. В плоскости диска нередко наблюдаются спиральные ветви, изобилующие сравнительно молодыми яркими светилами, однако есть галактические диски и без спиральной структуры,
где таких звезд много меньше. Пространство внутри диска заполнено газопылевой средой, исходным материалом для новых звезд и планетных систем. Эллиптическая галактика. Как и следует из ее названия, имеет форму эллипсоида. Она не вращается как целая и потому не обладает осевой симметрией. Ее звезды, которые в основном имеют сравнительную небольшую массу и солидный возраст, обращаются вокруг галактического центра в разных плоскостях и иногда не по отдельности, а сильно вытянутыми цепочками. Новые светила в эллиптических галактиках загораются редко в связи с дефицитом исходного сырья молекулярного водорода. Как самые крупные, так и самые мелкие галактики относятся к эллиптическому типу, общая доля его представителей в галактическом населении Вселенной всего около 20%. Эти галактики также скрывают в своих центральных зонах сверхмассивные черные дыры. Эллиптические галактики имеют и гало, но не столь четкие, как у дисковидных. Все прочие галактики считаются иррегулярными. Они содержат много пыли и газа и активно порождают молодые звезды. На умеренных расстояниях от Млечного Пути таких галактик немного, всего где-то 3%. Однако среди объектов с большим красным смещением, чей свет был испущен не позже, чем через 3 миллиарда лет после Большого Взрыва, их доля резко возрастает. Судя по всему, все звездные системы первого поколения были невелики и обладали неправильными очертаниями, а крупные дисковидные и эллиптические галактики возникли гораздо позже. Главный вопрос – рождение галактик. Галактики появились на свет вскоре после звезд. Считается, что первые светила вспыхнули никак не позднее, чем спустя 150 миллионов лет после Большого Взрыва. В январе 2011 года команда астрономов, обрабатывающих информацию с космического телескопа Хаббл, сообщила о вероятном наблюдении галактики, чей свет ушел в космос через 480 миллионов лет после Большого Взрыва. В апреле еще одна исследовательская группа обнаружила галактику, которая, по всей вероятности, уже вполне сформировалась, когда юной Вселенной было около 200 миллионов лет. Условия для рождения звезд и галактик возникли задолго до его начала. Когда Вселенная прошла возрастную отметку в 400 тысяч лет, плазма в космическом пространстве заменилась смесью из нейтрального гелия и водорода. Этот газ был еще чересчур горяч, чтобы стянуться в молекулярные облака, дающие начало звездам. Однако он соседствовал с частицами темной материи, изначально распределенными в пространстве, не вполне равномерно, где чуть плотнее, где разреженнее. Они не взаимодействовали с барионным газом и потому под действием взаимного притяжения свободно стягивались в зоны повышенной плотности. Согласно модельным вычислениям, уже через сотню миллионов лет после Большого Взрыва в космосе образовались облака темной материи величиной с нынешнюю Солнечную систему. Они объединялись в более крупные структуры, невзирая на расширение пространства. Так возникли скопления облаков темной материи, а потом и скопления этих скоплений. Они втягивали в себя космический газ, предоставляя ему возможность сгущаться и коллапсировать. Таким путем появились первые сверхмассивные звезды, которые быстро взрывались сверхновыми и оставляли после себя черные дыры. Эти взрывы обогащали космическое пространство элементами тяжелее гелия, которые способствовали охлаждению коллапсирующих газовых облаков и потому делали возможным появление менее массивных звезд второго поколения. Такие звезды уже могли существовать миллиарды лет и потому были в состоянии формировать гравитационно связанные системы. Так возникли долгоживущие галактики, в том числе и наши. Но так же, как галактики могут спокойно себе существовать, спокойно зарождаться, у них также есть и курс
на уничтожение. Курс на столкновение. Посмотрим, что происходит при слиянии двух примерно одинаковых галактик спирального типа. Да, нашу галактику Млечный Путь через несколько миллиардов лет ожидает такая же участь, что и ее соседку галактику Андромеда. Две галактики через несколько миллиардов лет столкнутся и сольются в один танец. Так что же произойдет при слиянии двух примерно одинаковых галактик? Их звезды практически никогда не столкнутся. Слишком велики расстояния между ними. Однако газовый диск каждой галактики ощутит приливные силы, обусловленные притяжением соседки. Барионное вещество диска потеряет часть углового момента и сместится к центру галактики, где возникнут условия для взрывного роста скорости звездообразования. Часть этого вещества поглотится черными дырами, которые также наберут массу. В заключительной фазе объединения галактик черные дыры начнут сливаться, а звездные диски обеих галактик потеряют былую структуру и рассредоточатся в пространстве. В итоге из пары спиральных галактик образуется одна эллиптическая. Но это отнюдь не полная картина. Излучение молодых ярких звезд способно выдуть часть водорода за пределы новорожденной галактики. В то же время активная аккреция газа на черную дыру вынуждает последнюю время от времени выстреливать в пространство струи частиц огромной энергии, подогревающие газ по всей галактике и тем препятствующие формированию новых звезд. Галактика начнет постепенно затихать, скорее всего, навсегда. Ну, а если тебе понравилось данное видео, обязательно поставь пальчик вверх, подпишись на канал. До новых путешествий, всем пока!